Всем привет, с вами Артур. Сегодня два небольших ремонта и два коротких видео. Итак, Seat. Ремонт переда. Владелец заменил телевизор вместе с радиаторами, капот, фары и бампер. Мне нужно сделать стойки возле лобового стекла, выровнять зазоры и подровнять капот. Ладно, начинаю ремонт. Разбираю. Ремонт начну со стоек. Ставлю капот, проверяю зазоры. Зазоры плохенькие, исправляю. Теперь отлично. При ремонте металл треснул, завариваю.
Работа с металлом закончена. Устанавливаю все детали переда. Итак, моя работа закончена. Теперь второй ремонт. Volvo. Знакомую сделали кузовные и неудачно. Мне нужно исправить работу после другого мастера. Есть проблема с зазорами, и владелец не может их выровнять. Помогу ему. Итак, разобрал передок и теперь делаю необходимые измерения. Лонжероны сдвинуты влево, поэтому правый лонжерон стоит ниже, а левый выше. Исправляю это. Теперь размеры одинаковые, устанавливаю детали переда обратно. Это все. Эта работа заняла 8 часов. А на сегодня у меня все. С вами был Артур. Подписывайтесь на мои новые видео. Пока!